you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам расскажу последние новости про глобальное обновление. Так что обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, кто не подписан. Ну, первое это то, что, ну, из-за того, что глобальное обновление будет, разработчики решили открыть заявки на восстановление аккаунтов, потому что многие, как бы, хотят вернуться на Mozing, и вот открыли заявки на восстановление аккаунтов, чтобы вы могли восстановить свой аккаунт, если вы его забыли, либо и так далее. Возможно, даже будет всеобщий разбан, как бы, ну, всех разбанят, может быть, но это не точно, в принципе. Также стало известно то, что разработчики в скором времени дадут в общий доступ модпак, но не для употребления, ну, для употребления тоже, но для тестирования, чтобы мы могли его протестировать, как бы там будет версия для сильных ПК и для слабых, и нужно будет оценить этот модпак лайком там или дизлайком, нужно будет оценить вроде бы как на сайте. Так что будем ждать, пока нам, в принципе, сольют новый модпак, как бы, и будем его тестировать, в принципе. Также недавно представили видео про глобальное обновление. Что там будет, но показали не все. Видео набрало просто за сутки 50 тысяч просмотров. Представляете, 50 тысяч просмотров, меньше, чем за сутки даже, набрало видео 50 тысяч просмотров. Просто вы представляете, какая аудитория у Amazing. Это реально круто. Это реально круто, потому что, как бы, 7 серверов Мазинга, и, в общем, там получается где-то, ну, 5000 слотов вместе взятых. А видео посмотрело 50 тысяч человек. Это реально достойно. И новое видео скоро выпустят. Разработчики написали в группе то, что новое видео выйдет завтра. То есть вторая часть про глобальное обновление выйдет уже завтра, вы представляете? И я тоже его жду, в принципе, я хочу посмотреть. Надеюсь, там покажут новые системы, а не маппинг. Это было бы на самом деле очень круто. Еще Amazing разместили пост о том, что все сервера называют свои обновления глобальными обновлениями, но на самом деле это маленькие обновления, и только Mozing, как бы, делает действительно глобальные обновления. Ну, с ними я в некоторой степени соглашусь даже. Как, в принципе, писали в группе, то, что обновление будет в скором времени. Ну, в скором времени это неизвестно когда, и точные даты они, типа, по традициям не хотят, говорят, точные даты глобального обновления. Ну, нам придется только ждать, когда его сделают, ждать модпак. И новое видео, в принципе, которое я тоже хочу уже посмотреть, и загружу себе на канал, чтобы вы также могли посмотреть, потому что, как бы, не один я живу в Украине, и это дичь, когда у вас видос не грузится в ВК, либо грузится, но ему нужно грузиться минут 20-30, это, конечно, не круто. И на самом деле интересно мыслить за то, будет ли X5 после глобального обновления, как писал Федячу. На самом деле, я думаю, это все-таки шутка была, но может быть, они так и сделают один день, что будет X5, но я как-то не уверен. Но если сделают, это будет на самом деле круто. Если бы хотя бы на один день сделают, это будет действительно круто. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на CRI, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.